Здравствуй, любимый зритель! Ты слышишь Алексея Халецкого, а это значит, что ты на канале Лёша Играет и смотришь партию в Sid Meier's Civilization 6 Gathering Storm за Канаду. Если ты не видел первую серию, то рекомендую перейти к ней. Ссылка появляется в верхнем правом углу, либо есть в описании к этому видео. Всегда лучше начинать с самого начала. А всем остальным... приятного продолжения просмотра. Вот зря амбар я тут поставил, блин, тут Лян придет и так будет нормально. Блин, ну сейчас там народ в героические века повыходит, у них будет куча науки, а мне... А мне сиди решать. Вулкан пыхтел, и уснул, так ни разу не завернулся, отлично. Магнуса. Может пингалу прокачать на исследователя, нет. А эти Магнуса посадим... КВБэк. КВБэк расти будет. Дай боже. Скаут. Да, содержание юнитов никакое, я все понимаю, но... А что делать? Давайте морские ресурсы, значит, сейчас обработаю этих крабов, потом этот обработает янтарь, этот обработает тоже крабов. И все мы тут ускорим. Оборонительная тактика. Надо в госслужбу выходить, и, видимо, дружить с Англией. Вообще, где соседи мои какие-то? Что это за... Этот, ну что-то у меня вообще игра не заладилась, и что-то у меня такое желание мстить есть, так что завтра там по времени можно сориентироваться, если кто хочет, то давай события там сделать. Ага, хорошо. CR7, тебя не зову. Я и не смогу. Это шутка, но типа, ну, я тебя запомню. Ну, я понял. Ладно, отложу пока тут производство. Я бы тут гавань построил в Галифаксе. Не против? Блин, ну... Что у меня с территорией? Надеюсь, он тут наносит урон варварам. Поставили свою кибитку под вулканом. Ну, в Монреале вполне можно до 10 довести. Англия, а это что за армия у тебя тут? Ну, вообще-то ты там нападал, ты звишки, я никуда не иду, вот, из своих границ. Ну, вдруг. Лагерь варваров. Во-первых, ты был в лагерь варваров, это раз. Все, это я и хотел. Я не нападаю. Так, это пока отложим. Ну, давайте математику откроем. В Галифаксе пока гавань хочу открывать. Тут строится... Делаются строители. Против варваров строительство. Ну да, тут все нормально. Напишите, ребята, в комментариях, вот по вашему мнению... Как стоило тут играть? Слишком жесткие. Через религию, может? Какие-нибудь священные места и брать религию на священные тундрах? Блин, ну тут даже... Вы понимаете, у меня даже тундры не так много. Да нормально. Тут в снегах? Выбор между Магнусом и Пингалой. Ну здесь можно город, наверное, поставить. Еще все-таки.
Я понимаю, вот у меня 7 городов, типа, обычно это, да, зашибись все, но это такие города, которые даже не дают нормально. Ну, давайте глянем у Англии. 54 науки вход. И, ну, может, культуры и поменьше, я не вижу. Алексей, 54? Как там хоккейные катки? Заливаются уже? Нет. Еще рано? Да, рано. Вообще хоккейные коньки вон где, только в принципе, колониализме. Казалось, не очень играбельно. Потому что для нее вот эту бомбу ее очень получает. Даже они никто... Они войну не могут объявить так внезапненько. Да там много... Много... Долго ли умеешь? А мне наоборот Канада показалась интересной. Да, смотрите, этот вулкан нанес урон. Гавань открыли. Так, три жилья, но через три хода... Англия. Нет, все равно тоже амбар надо поставить. Не просто так армию наращиваешь, мне кажется. Чего? Не просто так там армию наращиваешь, мне кажется. У меня все, закончился рост армии, если что. Ты посмотри, ну, кто... где тут вот, места ведь города? Англия, ты дружбу-то не будешь принимать? Это от кого? Более-менее какой-то вменяемый город, наверное, ставится здесь. Возможно, что-то еще можно тут поставить, но это тундра. Вот дело. Тут, в пустыне, ну... Это кто, кстати, правильно говорит? Конго. У нас с тобой дружба, чувак. Да ж ты, Кивир. Я понимаю. Ты хоть я интересно нашел это? Но она не вечная. И вот тут что за река? Рейн? О, Наска нарисована. Линии Наски. Теологию ускорили, военную подготовку ускорили. Конго захватил Иерусалим. О боже, нет, только Швеция, не Иерусалим. Предложение. Что делать? Я галеру американец не строил. Так, где у нас там еще варвары? Так, тут обработает и так. Ну, где тут тот, кто вот Ереван, Наску нашел? Ну вообще какая-то грустная партия, даже соседей нету, никто не подселяет, территория голимая, просто страдание. Я страдаю. Получите великого ученого. Вообще, мне бы машиностроение открыть. Древние стены. Постройте. Сколько тут будут стены? Три хода строится. Давайте. Быстренько построю. Пойду сюда исследовать. Да, блин. Смотрите, какие тут классные места, вот незаселенные. Охренеть, да? Так. Женева моим союзником стала. Засуха не улучшает клетки? Нет. Только ухудшает. Было бы странно. Ну,
потом, когда да. Амбар. Пускай тут стоит. Тут вот будут у меня постоянно появляться варвары, постоянно ко мне приходить. И грусть. Ну, вот тут может быть сейчас побольше тут на гене. Ну что, слушай, ну тут только три клетки нормальных будет, да? Ну, четыре. Ну куда мне вот поставить? У себя вот город поставить и ждать у моря погоды, что что-то произойдет или куда? Сюда, да? Раз, два, три, да. Ну, дотягивается, и здесь вот можно будет тоже, например, обработать. Ну тут еды нету. А, хотя еда будет. Ну вот смотрите, вот здесь, в принципе, что-то можно. Но опять же, это не хороший город, это просто, ну хоть какой-то, типа, город. Сходи, посмотри. Ты нельзя сказать, что типа прям. Эх. Я поэтому и негодую. Город до 10 довести. Ой, вместо государства. Американец, что я так понял много? Не нравишься ты мне? Флип, а ты в госслужбу вышел, да? А куда? Феодализм. Ну ты в госслужбу будешь выходить? Да, но нужно подождать ходов 10. Блин, мне даже не с кем союз заключать, представляете? Кроме Англии. Какая-то подстава. Да хорошо, у меня какой-то Килиманджаро есть, типа, более-менее. Хоть что-то, типа, есть. Что-то там проскочило от тебя. Торговля, табак на что-то там у тебя, на как на это, на пряности, что ли? Да, отменю. Нет. У меня пора попало. Ну предложи сам, господи. Мне не надо, как бы, если тебе нужно, мы можем попробовать. У меня прямо лимитус не стоит. То есть кто-то нашел Ереван до меня, но при этом не нашел. Фух, какая странная карта. Англия. Подожди, это Франция вообще? Это Франция. Я постоянно Англию. Греческий век, естественно, вышел. Ну что, у меня два варианта. Либо брать бонус центра коммерции гавани, дает не только золото, но и науку. Но у меня, по-моему, только один центр коммерции вообще. Один я сейчас достраиваю. Либо взять монументальность. Все строители строят стоят дешевле, может их покупать. Я, пожалуй, все-таки вольнодумство возьму. Там я и центр коммерции вон достраиваю. Инженерное дело открыли. Машиностроение. То есть мне надо... Египет, Конго, Бразилию вышли? Конго. Нет, Египет еще нет. Давай союзиться через два хода. Это кто говорит? Может оставить Англия? Для Антиохии и Бандар-Брюнея. Ну,
Точнее, не оставить, а прям конкретно сейчас и послать туда первых послов. И что-нибудь быстро открыть. Феодализм 3 хода. Госслужба 1 ход. Теология. Давайте теологию 1 ход откроем. Или даже мистицизм. Нет, теологию. А, так это они друг за дружкой, это мистицизм. Что вообще с верой? Никто религию не основал. Слушайте. Так может мне все-таки попробовать? В религию сыграть. Ну, давайте я делаю захват. А вот что плюс к производству представительства здания в этом районе? Что мы хотим здесь? Наверное, за торгу. Ну, я вообще не знаю. Давайте в кампусе здание поскорее строить. В кампусе. Наверное, может, театралочки? Может, они... театралочки? Может, дайте центр коммерции, я проголосую. Но опять же, видите, я по одному голосу, я просто не знаю, что мне тут важнее. Результат в кампусе. Быстрее теперь строится. И Леонора Аквитанская делает культурный захват. Нормально. Что у него вообще с армией? Что мне это не нравится. О, Египет встретил. Ну, так-то одинаково примерно. Алексей, добрый день. Здорово. О, скандинавские горы. Это что тут где-то... Какая-нибудь Норвегия, что ли, или Швеция? Ну, Швеция, она, по-моему, сильно вправо. Оставляем, наверное, на строителей пока. Или бонус соседства для кампуса поставим. Давайте бонус соседства для кампуса. Дальше. Феодализм ускорен. Ну, давайте феодализм откроем. Амбар завершен в Квебеке, тут рост поставлен. Может, выкупим еще эту клетку? Только там, где построено. Чего? Там американец. Где построено? Кампус нигде. Ладно, давайте центр коммерции. Тут мы, видимо, уберем потом этих крабов. А нет, это река. Гранаты захватывают. Что на этом с ученым вообще? Я его могу получить? Есть какая-нибудь вероятность? 4 очка. Ого, 16. Это у Конго. Но универы надо строить. Как класс. Тут главное, что хорошие места. Можно было бы захватить. Если бы я не был так далеко вообще... Ну, ГГшка какая-то культурная. Может, просто везти сюда города и ставить? Я не понимаю, что мне тут делать. Канадец, я открытые границы прошу, чтобы мы союзили нормальные караваны водить. Ну вот, сделаем союз, будут тебе открытые границы там. Чё их заранее отобрать? Какой Давай экономически.
Ты кинешь. Ага. Опа. Это я классно зашел. Ну что тут, промышленную зону? Промышленная зона, наверное, здесь нормально встанет, так что сюда все-таки центр коммерции давайте делать. Так, я могу... Караван. Но пока не буду. Гавань здесь, потому что тут будет центр коммерции. Ой, блин. Какие страдания просто. Просто страдания. Ну, может, действительно попробовать что-то... В этой территории вообще... Что-то через веру сделать. Такое ощущение, что я не в Газинштолл играю. Так, я понял. Я сюда зря зашел, извините. Ухожу. Так, тут не пройти. Сюда надо идти. А скаутом. На самом деле у тебя действительно порчик, у тебя под интернет лагает, прерывание. А на это может микрофон? Я говорю, строители... что у меня на территории не было ни одного бедствия. Как будто я не в Газинштурм играю. И что-то плохо. Ну вот да, я рассчитывал, что мои вулканы извергнутся, а они не извергнутся. Американец, забавно у себя тут Петра. Ну что, в торговую республику идем, видимо, сначала через наемников. Надо там религию основывать. Ну, около Килиманджаро я не хочу. Тут слишком крутые клетки для меня. Где мне еще ставить? Видимо, в снегах надо священные места вот рядом с... По-моему, лес там влияет на священное место. Готов к свою выгонять. Я пока еще не открыл. Вылетел опять. Вылетел. Так и не посмотрели, сколько там. Я хотел посмотреть священное место. Ну да, видите, идет тут плюс от... От лесов. Так что, в принципе, можно священные места в снегах ставить. И брать какой-нибудь пантеон. Не пантеон, а верование что-нибудь от тундры. Надо попробовать, короче. Так, что-то надо... 6 ходов? Не, надо открывать так. Госслужбу и исследовать территорию. Англичанина отправлять туда к нему караваны. Что пока повисит. Блин, такие классные вот там места сверху, да? И я туда добраться не могу. Так, видимо, надо строителей делать. Тут надо вот это убирать, городское планирование, и ставить на строителей. Центр коммерции.
Может, уже начинать лучше священное место тут строить? Блин, 12 ходов священное место. А в Монреале 6 ходов. А что тут священное место долго строится? А в Гамильтоне точно нужен амбар? Он вообще нужен. Надо, чтобы рос Гамильтон. Ну, блин. Больше торговых путей. Не. Первый и последний раз за... играю за да. Канаду. Есть желание. Это просто мрак да? Какой-то. Мрачный мрак. А это кто хоть говорил-то? Египет. А, да-да-да, базара, ну, с тобой ты у меня рядом. С тобой. Я кинул. Угу, сейчас, секунду. Три у меня науки, у Египта 80. Ну, типа я не особо отстаю по науке, но по всему остальному явно, например, по производству там, по городам. Египет еще и венгры забрал. Ереван хочет. Может, действительно тогда начинать в Ереван отправлять, потом и Наски как-то, то есть... Я единственный буду с религией, они будут кучу религии давать. У меня города рядом религиозные. Это надо было что-то подумать. Делать. Наска что делает? Судостроение хочет у озарения для судостроения. Это два... Две галеры, француз, что ли? Говорит с француза. Француз? Да. Что было подло? То, что мой геотермальный источник отхватили с помощью конгресса. А, это... Объявляй войну, сноси его. Накажи его. Самый слабый по военной мощи. Красиво, да, кампус? У него плюс 3. У меня тут горы есть, у меня тут все есть. Голая тундра Канады. Делай шо хош. У тебя там клетка все равно по соседу. Просто, ну блин, ну это. Ну как это вот без слез не посмотреть. Да, я, кстати, напоминаю, что все, кто мне пишет в комментариях, достал ныть, я баню. Удачи. Дайте пройти, блин. Так, ну тут понятно. Все тут понятно. Ну, Бандар Брюней пока отправить может. Не, ну надо города... Открыть города французы и к нему отправлять, конечно. Так что пока подождем. Ну что ты будешь? Опять ждем. Фоксич, сделай что-нибудь, пожалуйста. Откладываю пока все эти караваны. Я хочу отправлять к англичанину. Проверка по городам. Поставлен на рост, конечно, но... Может вообще конкретно на рост сделать вот так, чтобы аж три хода оно было. Ну надо расти, надо выращивать города. Я не, без понятия вообще, как с эти, с этой. Можно еду взять, конечно, священных, построить священные места, взять там на еду. Но надо и на веру от тундры, блин. Надо действительно священные места строить. Надо было, наверное, раньше даже об этом сообразить. Так.
Кинул Алейнора, кинул союз. Какой? Культурный. Я же не знаю, стоит ли мне тут города какие-то ставить, блин. Вообще, вот тут может быть какой-то город, и если Петру в нем построить... А, Петру уже кто-то построил. Серьезно, вот тут... Вы когда-нибудь видели вообще вот такую... Это, еще раз повторю, новый мир. Новый мир. Новый мир. То ходит еще кто-то или переход ходит? Не-не-не, переход, переход. Так, отправим в Реймс пока. Блин, долбаная Наска даст мне вообще перейти на ту сторону? А, есть. Может поставить плюс один. И в Наску кинуть. Да и арма тут еще есть. Ладно, тогда подождем еще. Наемники, стремя. Дипломатическая служба ускорена. В Монреале центр коммерции построен. Делаем рынок. Это армия Иерусалим брала, она тут и осталась. Блин, нужны рабочие. Нужны рабочие. Давайте-ка купим. Да. Варвары между мной и англичанином могут постоянно появляться. Так, давайте построим строителей. Я тут, наверное, вырублю лес сейчас. Надо треугольничек делать. Ух ты, как бразилец там юнитов настроил. Да, меня тоже это напрягает. Чью сторону? 403. Франция, судя по всему, Франция хочет на тебя нападать. Я бы даже сказал, она точно хочет на тебя нападать. Кто? Франция на Францию, да. Внутренние раздоры. Гражданская война. Да. Двух Франций. Бразилец, а я куда смотрю? Да, блин. Как мне? Ну, американец, это тебе честно скажу. Мне нужен только вот этот твой город в пустыне. Вот, который ближайший ко мне. Все. Так, дальше так что Франция? Скажи мне, ты правда собираешься нападать на меня? Правда собираюсь. Американец. Ресурсы, ресурсы. Все войны из-за ресурсов. Обидно, обидно, что мне не поверили. Бразилия, с дружбу прими. Поверю, я решил удостовериться. Мне не важно, сколько там жителей. Там есть селитра. У меня селитры нет. Сейчас я дострою
кампус. У тебя там... Наверное, библиотеку. Вокруг много селитр. И потом священное место буду строить. Вот Тави тоже надо вырасти. И священное место где? Может, вот здесь? Тут священное место у Оттавы, и для Торонто, например, тут священное место. Блин, ну это так... Правда, так просто поздно... не знаешь, что у меня за города-то. Ну реально, ни одной религии не основано. Если бы я знал... Блин, апнуть его. Кале. В Кале у меня может добежать? Не может. Значит, из Торонто надо отправить. Блин, как тут расти вообще? Где еда в этом городе? Хоть какая-то. Фермы строить? Но вообще вот тут, кстати, вот на этом треугольничке можно фермы построить. О, давайте сюда сбегаем. Амбар тут явно пока не нужен. Водяная мельница. Но тут нету ни пшеницы, ничего для водяной мельницы. Давайте еще эти торговцы построю. Плюс 5, между прочим. Так, а этих рабочих мы... О, еще варвары. Ну, блин. Тут, пожалуй, надо апгрейдить арбалеты. В арбалеты. Иначе жопа. Так, библиотека и в очередь священное место. В Оттаве универ. Такой распад. 10. Карта на 10 игроков. Должно быть так, ну, тесновато даже. Я даже городов-государств поставил больше, чем требуется на карте. Здесь как сколько у меня территории, но при этом эта территория говняная. Куча культуры, куча науки, еще и воюет. По культуре у меня бонус на культуру, ну, на писателей, поэтому я в театралки пошел. О, Ари, здорово. Привет. Хренаси у тебя тут француз, чудо. Хренаси у тебя тут клетки. Классный, да, город? Это моя гордость. Нормально, да, вот у людей. Смотрите, какие. Такая территория, вот это вот все. Я не буду больше за Канаду играть. Это просто говно. Я не знаю, как с такой территорией вообще что можно делать. Флип, проатакуй этого стрелка-разведчика между Оттавой и Торонто. Он еще так вытянуто города проставил. Так вот, француз, зачем тебе мои мусорные города? Они французские. Это правда. Это бесполезно. Самое большое население — это 8. И то только за счет торговых караванов я его смог зажрать до 8. Надо реально священные места. Я тут вижу единственный какой-то шанс через религию вообще. Но это было надо раньше делать, наверное.
Это территория, здесь, видите, вот, вот горы, да? Египет, мне нравилось твой друг. Я тоже. Так, ну давайте универ тут построим, а потом уже священное место. Где? Плюс один, плюс один. Ну, плюс два рядом с чудом. Здесь я не хочу... Тут я хочу для Гамильтона, хотя... А почему нет, собственно? Нафига мне для Гамильтона оставлять это место? Давайте тут ставить священное... Священку. Священночку. А это типа все? То есть вот это вот два мушкетера и бомбарда? Или еще что-то придет? Ну слушай, открой счет военной победы и посмотри военную мощь свою и посмотри военную мощь ее. Это... Алиеноры. У него просто всякие мушкетеры. Это понятно. То есть тебя мушкетеры не впечатляют, да? Типа, так себе. Ну их немного. То есть, я не знаю, пока мало прошло. А, это столица это, вообще. Такие проходы узкие, что как бы много-то и не пролезет. Да, Тулуза тут хороша. Не знаю. Тулуза хороша, но он так все равно вытянуто расставился. Ну, потому что тут тундра вот эта, моя тундра, которая французу вообще нафиг не нужна. Она и мне нафиг не нужна. Блин, откровенно. Ну что это вот за бонус? Вы можете в тундре ставить фермы. Как здорово. Плюс 100% к добыче расходуемых ресурсов на таких клетках. Ну и где у меня тут ресурсы на таких клетках? Хотя, да, железо, сейчас, да. Подожди, немножко поспешил. Добавляется плюс 4 вместо плюс 2. Ну и пока все. Если тут появится еще уран, то есть все остальные ресурсы, уголь. Если будет, тогда можно сказать... Блин, да все равно не повезло мне. Ну как, ты что? Ну... Тут... Города не растут вообще. Как жить? Ну еще гад, я думаю, у меня только ход загрузился, ты уже отхилился. Я тебя, наверное, апну. Или нет, или подойду пока. Надо забирать этот лагерь. О, хоть рост какой-то пошел. Так, у меня... Сколько? Три каравана бегает, да? Да. Где тут Египет? О, Болонию встретил. Тоже надо послов отправлять, блин, чтобы наука была. Ладно, одного сюда, раз у меня университет построен. И тут я где-то ищу университет. Хотя, не, подождите, ладно. Мне надо этих двух послов вот в эти два религиозных города, в Наску и в Арму отправить. А потом выполнить их задание. Озарение для судостроения. То есть мне надо... Вот я через два хода плюс 100% ставлю первый посол. На этом пока все. Продолжение партии за Канаду запланировано на завтра. Играйте в умные игры. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране. Играйте в умные игры и всем пока!